кстати, зритель канала. Сегодня ехал на машине, увидел такую занимательную вещь. Обратите внимание на дорожные знаки за моей спиной. Стоит знак «Остановка запрещена», под этим знаком табличка называется «Зона действия». Дальше стоят знаки «Парковка», «Способ постановки» и также протяженность этой парковки. И почему-то никого не смущает, что запрещающий знак у нас отменяется перекрестком, знаком «Конец всех ограничений» либо концом населенного пункта, если знак стоит в городе. Судя по тому, как знаки поставили, остановка запрещена. И то, что они якобы сделали парковочные места, поставили знак «парковка», это ничуть не разрешает нам останавливаться. Хотя, вы как видите, водители спокойно стоят, считают, что это парковка, никаких нарушений нет. Хотя, по идее, всех можно штрафовать за это дело. Почему так знаки поставили, непонятно. Почему ГИБДД на это внимание не обращает, тоже непонятно. А ведь ГИБДД у нас отвечает за безопасность на дороге. Они это обязаны контролировать. Но, походу, самое смешное, у нас даже ДПС либо не проезжало по этой улице, либо они у нас не знают дорожные знаки. Возникает такой момент. И еще. Поставили знак «Парковка», «Способ постановки». Но когда ставят такую табличку с заездом на бордюр, бордюр, как правило, невысокий. Ну, буквально вот несколько сантиметров, чтобы любая машина могла встать. Здесь, если присмотреться, влепили такой бордюр, что еще не каждый внедорожник или кроссовер туда может заехать. А это говорит о том, что все водители, без исключения, нарушают правила дорожного движения только из-за того, чтобы неправильно поставили дорожные знаки. Надеюсь, компетентные органы и люди увидят наш видеоролик и примут меры к исправлению данной ситуации. А с вами был Даниил Беляев. Если у вас в вашем городе или на вашей улице стоят неправильные знаки, пишите, присылайте свои видеоролики, я сделаю для вас сюжет. На этом все. Пока.